Добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир совместным проектом Общественной палаты Республики Крым и Первого Крымского, который так и называется в Общественной палате Республики Крым. Я с удовольствием приглашаю к разговору нашу сегодняшнюю гостью. Это Ирина Юрьевна Стрельникова. Она возглавляет комиссию Общественной палаты Республики Крым по вопросам общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов. Ирина Юрьевна, ну вы такая молодая, очаровательная женщина. Почему такое бюрократическое название? Надеюсь, что это не отразится ни на вашей работе, ни на нашей сегодняшней беседе. Поэтому сразу перейдем к делу. Итак, ваша комиссия обсудила проект закона Республики Крым о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым. К какому выводу пришла комиссия и что вы рекомендуете нашим законотворцам? Добрый вечер, Юлия, добрый вечер, телезрители. Да, действительно, на прошлой неделе буквально Общественная палата обсудила проект закона Республики Крым о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Социально ориентированных это как? Вот сразу, социально ориентированных да. Это те некоммерческие организации, которые занимаются определенными видами деятельности, которые предусмотрены в статье 31.1 федерального закона о некоммерческих организациях. Например, социальная защита граждан, поддержка инвалидов, детей-сирот и так далее. Там очень много видов деятельности. Сейчас я подойду к ним. Хорошо. Во-первых, нужно сказать, что этот закон очень важный, актуальный, своевременный. Его необходимо принимать, и его ждут, наверное, многие уже некоммерческие организации. Но, во-вторых, Общественная палата не поддержала проект закона в том виде, в котором он представлен был в Государственный совет. Объясню почему. Потому что в этом законе повторяются положения федерального закона о некоммерческих организациях, и совершенно не прописан механизм, собственно, оказание этой государственной поддержки этим некоммерческим организациям. Мы считаем, что все-таки в республиканском законе нужно более детально прописать механизм оказания этой государственной поддержки. Поэтому мы направили заключение, где наши предложения, замечания можно условно разделить на две группы. Первая группа – это предложения, которые касаются приведения в соответствие с федеральным законодательством, а именно, ну, например, я не все не буду говорить, да, но некоторые назову. Вот по видам деятельности. Федеральный закон предусматривает виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В крымском проекте предусмотрены 16 пунктов, 17 пункт отсутствует. Почему? Как бы я вам не дам на это ответ. Возможно, пользовались законом. Упустили, да, возможно. Может быть, посчитали, что для Крыма это не важно. Но, в общем-то, необходимо дополнить этим видом деятельности, поскольку федеральный закон позволяет расширить эти виды деятельности, но никак не уменьшить. Аналогичная ситуация с формами поддержки. Федеральный закон предусматривает формы поддержки, ну, например, финансовая в виде субсидий, имущественная в виде предоставления в пользование имущества и так далее. И вот одна из форм поддержки предоставления льгот юридическим лицам, которые оказывают материальную поддержку этим социально ориентированным организациям, как раз-таки тоже нет в проекте республиканском. Ну и ряд других замечаний. И вторая группа – это, собственно, предложения, которые, на наш взгляд, позволят сделать этот закон более прозрачным. Ну, например, необходимо предусмотреть, собственно, орган, который будет предоставлять эту, вернее, принимать решение о предоставлении государственной поддержки конкретным некоммерческим организациям. В данном проекте он отсутствует. Ну, как бы на наш взгляд, нужно, когда ты читаешь закон, ты должен понимать, кто, кому, сколько, да, и за что, в общем-то, предоставляет эту поддержку. Также нужно, то есть орган это будет некая комиссия, да, в которой необходимо предусмотреть, что не меньше половины будут представителей общественности. То есть еще одна комиссия, не зря, все-таки ну, комиссия или какой-то коллегиальный орган, да, комиссия или коллегиальный орган, который будет решать вопрос, каким конкретно организациям предоставлять эту поддержку. Дальше. Совершенно упущена роль как раз-таки общественности, поэтому мы предлагаем, что необходимо закрепить в этом проекте закона, в будущем законе, общественный контроль. То есть что общество должно, опять же, осуществлять контроль за сколько предоставляется, кому предоставляется и куда эти, допустим, если речь о деньгах, да, куда тратятся, в общем-то, эти финансы, которые были предоставлены некоммерческим организациям. Дальше мы предложили расширить вот как раз-таки виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы предложили дополнить таким видом, как защита семьи, детства, материнства, отцовства и профилактика сиротства. Ну, на наш взгляд, это, хотя там есть общество,
общая такая фраза «защита», да, или «социальная защита граждан». Но, на наш взгляд, это обязательно должно быть прописано. У нас есть организации в Крыму, которые занимаются поддержкой детей-сирот, многодетных семей. И мне кажется, именно эти организации нуждаются в первую очередь в государственной поддержке. Ну и ряд, в общем-то, других у нас предложений, которые мы закрепили в заключении и направили... Настоятельно рекомендуем принять именно с этими предложениями и поправками. Мы направили в соответствующий профильный комитет Государственного совета. Ирина Юрьевна, но это не единственный проект закона, который рассмотрела ваша комиссия. О гражданской инициативе региональной общественной организации Московский областной комитет «Соблюдай закон». И о гражданской инициативе еще одна организация, это автономная некоммерческая организация по социальной адаптации граждан опора нации. Эти гражданские инициативы, эти организации, которые проявили, собственно, эту гражданскую инициативу, предлагают внести ряд изменений в некоторые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Чем обеспокоены эти организации и что же, так сказать, побудило их проявить гражданскую инициативу? Да, стоит отметить, что Общественная палата не только, и в частности наша комиссия, не только рассматривает проекты законов Республики Крым, но и различные гражданские инициативы, которые поступают в Общественную палату. Вот, например, поступила общественная инициатива по внесению изменений в Уголовный кодекс. Мы провели расширенное заседание комиссии, куда пригласили специалистов в этой сфере. У нас были представители Верховного суда Республики Крым, прокуратуры, МВД по Республике Крым, научное сообщество наше было, и рассмотрели эти предложения. Одно из них касалось статьи 158 Уголовного кодекса, увеличить размер ущерба по краже. То есть на сегодняшний день крупным размером считается 250 тысяч, эта организация предлагает увеличить до 500 тысяч рублей. Особо крупным... Богатеем стало. Да, считается, на сегодняшний день считается 500 тысяч рублей, они предлагают увеличить до 1 миллиона. И как раз таки ссылаются на то, что эти размеры не менялись с 2003 года, инфляция, рост доллара, в общем, уровень жизни и так далее. Но наша комиссия, с учетом мнения специалистов в этой сфере, пришла, что не совсем как бы будет это корректным увеличивать так суммы, потому что давайте посмотрим на минимальную заработную плату или даже средние заработные платы по Крыму, да и в целом по Российской Федерации. Все-таки не каждый гражданин у нас в год зарабатывает 250. Ну, вообще, надо рассматривать Москву, да, 200, регионы России, Крым. Уголовный кодекс, он один для всех, ну, поэтому здесь как бы к сожалению, невозможно. Да. Поэтому если брать среднее, да, то, конечно, 250 тысяч, 500 тысяч – это большие деньги для людей. И таким образом поощрять как бы преступность, да, на мелкие, скажем так, кражи совершенно не стоит. Поэтому мы тоже дали отрицательное заключение, и такую гражданскую инициативу мы не поддержали. И вообще считаем, что если обращаются с гражданской инициативой, то они должны быть продуманными, взвешенными и приносить пользу обществу. Скажите, пожалуйста, Ирина Юрьевна, а вот социально ориентированные некоммерческие организации, вот сколько, насколько сейчас их деятельность востребована и... А как вы считаете, их у нас достаточное количество, и как они в дальнейшем будет ли увеличение поддержки государства? Вот вы об этом уже говорили, но вот количество их растет, или как-то они свою инициативу уже поубавили, свой пыл, поскольку как бы нет ответа? Вы знаете, вот в принципе в России очень существенная поддержка именно вот социально ориентированным некоммерческим организациям. А у нас? Но это не так, скажем, давно как бы началось. Да, вот в 2010 году были внесены изменения в этот закон о некоммерческих организациях, федеральный закон, да. И вот с тех пор как бы осуществляется такая активная, да, государственная поддержка. Выделяются достаточно немалые денежные средства на эту поддержку. Что касается Крыма, ну поскольку Крым только вот год мы, да, скажем так, в Российской Федерации, поэтому, но у нас есть действительно, у нас есть хорошие, достойные общественные организации, которым требуется поддержка. Я уже говорила, да, о тех же детях, о матерях, многодетных семьях и так далее. Поэтому, безусловно, необходимо поддерживать именно такие социально ориентированные организации, которые несут пользу обществу. Не просто которые для галочки получили
финансы, да, и проводят какие-то там семинары, круглые столы, то есть делают вид, что они работают, а те, которые оказывают реальную помощь гражданам. Поэтому, безусловно, нужно поддерживать. Но в связи, наверное, с той ситуацией, которая как бы у нас в целом, да, по России, то, возможно, уровень поддержки будет не так высок, как, может быть, в предыдущих годах, да, он будет снижаться, да. Но он в любом случае будет. Ирина Юрьевна, вы рассматриваете не только проекты законов, но и гражданские инициативы. Какие гражданские инициативы вас заинтересовали вот на заседании ваших комиссий? Что это было, то, что было, нужно было рассмотреть вот непременно? Ну, скажем так, именно по нашей комиссии, да. Поскольку у нас специфическая комиссия, да, именно по проектам нормативных правовых актов, то мы рассматриваем те инициативы, которые касаются непосредственно вот внесения изменений, так сказать, в законодательство или предлагают, да, предложения какие-то, то таких инициатив, я вам скажу, достаточно мало. Возможно, у нас граждане еще не привыкшие к тому, что оно может быть услышано, да, и люди как-то или стесняются, или особо не проявляют. Поэтому таких инициатив по законодательству у нас, конечно, немного. Большое спасибо, Ирина Юрьевна, что пришли к нам в студию. Вы, граждане, не стесняйтесь и обращайтесь в общественную палату, в комиссию, которую возглавляет Ирина Стрельникова. Еще раз вам большое спасибо. Мы встретимся ровно через 2 недели. До свидания.